Всем привет! С вами Штопор. Собственно, продолжаем мы с момента, фактически, как закончили предыдущую серию. Так, сейчас проверю, запись идет, все замечательно, все прекрасно. Загрузился только. Это дело у нас работает вовсю. Так, переплавляйся. Значит, какой план действий у нас? А план действий весьма простой. Так, да, вот они уже летают, мрази. Дыб. Все, прилетела мразь. Так, план действий какой? Простой. Выдвигаемся вот в сторону, где у нас там сейфы. Ну, здесь скорее всего ничего не резнулось. Сейчас вот подойдем к машине. Если машина не резнулась, это хорошо. Это хорошо, значит. Значит, у нас есть все шансы. Тут все. Залатать. Так, вот рецептики наши, все. Тихо, спать. Рецептики, это наше все. Так, сверху там падать вроде бы не должны. Так, в мусорном ведре доски. Вот хотелось бы увидеть, как в это мусорное ведро доски совали. Так. Так. Умничка. Так, патроны. На обратно. Появилась. Козел. Ой. Так, вот это уже интересно. Противогазы. Патроны. Это реально уже интересно. Мне это начинает нравиться. Так. Бусты. Всевозможные. Или бусты, как кто как называет. Совсем разберемся. Так, ты у нас кто?
мясо лишним не бывает. Мясо лишним не бывает. Так, в том доме я не был. Туда лезть. Так. Левел там еще, да? Угомонитесь, твари. Красота-то какая! Ляпота! Блин, это здорово. Это очень-очень здорово. Мы сейчас... Вот сколько? Всего собрали. Арбалет в том числе, причем неплохой арбалет, который можем починить. Так, сейчас вот эту вот курицу разобрать. Все. От точного выстрела в жопу она скончалась. Водички надо будет набрать. Так, вот в этом доме у нас... Я не помню, что есть. Капец. Гребаный свет напугал меня. Так. О, это интересно. Коньячок можем делать. Это закрой. Так. Интересно, но давай заскрапай. Там сейчас будут сидеть по-любому звери. Так, 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 давай скрапай. Это мы скрапать не будем. Вот это выкинуть, это выкинуть. Стекло нам нафиг не нужно. Не хочу. Все. Не, не все. Тихо, 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 тихо. Не подходи.
не подходи ко мне. Так. Юзай. Так, 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 так. Что мы можем? Скраб. Давай вот это заскрабаем. Все. Что еще? Давай вот это вот. Кушай. Кушай, вот это вот скрапай, оно нам нафиг не надо. И валим отсюда. И валим отсюда. Так. А, кстати говоря. Кто-то выписал книжку. Как делать ножи. Так. 14. Думал, часов. Это 14-й день. Нас недвусмысленно предупреждают о том, что сейчас будет хана с большой вероятностью. И в целом нам нужно как-то сейчас задефаться. Ну, колья я поставлю. Окей. Надо вот тот валун расколупать. Максимально расколупать, чтобы они не могли с него, как с трамплина, залетать. Чтобы они не могли с него залетать, как с трамплина. Есть смысл сбегать в этот, в поросячий дом. Вот где эта тварь зеленая. Но даже не знаю. Даже не знаю. Так, колья. Для начала смотрим, что мы можем. Так, сюда. Вот это скидывай. Это заскрапать. Это заскрапать. Ай-яй-яй, патроны. В принципе, есть. Вот это скинуть. Это сюда, это сюда. Неплохой арбалет. Можем, в принципе, его использовать. Так, здесь. Давай вот это скидывай. Это. Десять этих бандажей у нас. Что тоже неплохо. Довольно-таки. Так, дубинку давай. Тоже скрапаем, она нам нафиг не нужна. Вот это скрапаем. Это сюда, сюда. Сюда. Переплавляем это и это. Охренеть. Интересно. Давай. Включаем. Тварь, а? Где? Где ты? Где вы летаете, мрази? Ха-ха-ха!
Блин. Есть. Одну тварь сбили. Тут, блин, зенитка нужна нафиг. А они самые опасные на самом-то деле. Реально самые опасные. Так, у нас патронов пистолетных нет. Ай, блин. Все патроны пистолетные с этого всадил в этих тварей. Ну, в принципе, пистолет у нас уже практически йог. Так что давай это сюда. Это сюда. Так, вот это. Репейр. Это сюда, сюда, сюда. Опять что ли? Ну, с калаша все-таки поприятнее их убивать. Так, это сюда. Давай шмотки более-менее хорошего качества все-таки скинем. Так, все. Вот это вот сюда давай. Блин, да хренище, нужно реально подготовиться, подготовиться хорошо. А я не могу этого сделать, потому что... Не все, блин, так просто. Так, вот это скрапай. Подпушай. Все. Так. Копье, как показала практика, особым этим не отличается. Так, смотрим, где. 12-29. Так, давай бери вот эту вот штуку. Сюда, сюда. Ну, я надеюсь, мы отобьемся. В принципе. Так, тихо. Я думаю, проблем-то таких больших не будет. Как бы все должно нормально быть. Опять прилетели. Вот как в нее попасть? Никак. А их надо отстреливать, потому что, блин... Эти твари опасные.
Так, ну вот это мы сейчас уберем валун окончательно. Уже будет хорошо. Блин, добежать, не добежать. Успеем, не успеем. 13:26. В принципе, бежать тут не так далеко. Давай, восстанавливайся. Так, бежать недалеко. Но нам надо вот эту вот хрень раздолбать. Долбанный трамплин. Никого шипящего, кряхтящего. Даже до вот этого состояния сейчас снесем. Все-таки сбегать за аирдропом надо. Сбегать за аирдропом надо. И мы сбегаем. Однозначно сбегаем. Так, давай вот так. Давай шотганчиком побежим, потому что калашик у нас хреновенький, не хотелось бы его еще раз чинить. Так, где? Ну, в общем-то, не так далеко, как кажется. Надо бегать по дорогам. Надо бегать по дорогам. Так, патронов у нас там для шотгана достаточно. Отстреливать начнем с помощью калаша. Ну, 14-й день. После 20-го дня начнут там всякие зеленки переть. Да и спавниться они тоже начнут. Даже ближе к 30-му. Но нужно быть готовым. Также надо с базой что-то решать. Я реально не знаю, как с базой быть, потому что нужно много сделать. Для того, чтобы много сделать, нужен транспорт. Так, холодно. Я понимаю, холодно тебе, но терпи. Так, где? Недалеко. Да, вон он. Аирдроп. Вон он. Блин, самое главное вот в таких буераках на пуму на эту не нарваться. Это ж фактически как волк. Вообще, такое говно, блин, выпало. Перья я собирать не буду. Сейчас вот отсюда выйдем. Выйдем. Надо будет. Так, это 14, 15. Я на 11 день, да? Залутал. То есть на 16 день, в конце 16 дня надо будет бежать
даже ближе к 17-му, бежать в книжный и лутать его. Чем чаще лутаем книжный, тем быстрее у нас появится этот... Как его называют-то? Транспорт какой-нибудь. Мотороллер там хотя бы. Я не знаю. Ну вообще в идеале делать сразу мотоцикл. Велосипед вообще отпадает. Я его даже собирать не буду. Потому что, ну такое. Это смешно. Можно сейчас зайти сюда. Кстати. А! Капец просто, как ты меня, мразь, напугала. Так, одна секунда. Как ты меня, тварь, напугала. Так, здесь вот рюкзак. То, что здесь все заспавнилось. Радует то, что здесь все заспавнилось. Это очень хорошо. Потому что здесь... Так, два выстрела. На все про все. Так. Все, уходим отсюда. Мы и так на перегрузе. Так, 17:39 тем временем. Эта серия будет у нас довольно-таки продолжительная. Можно, блин, конечно. Вырваться, спуститься вот туда. Я более чем уверен, там заспавнилось уже все.
это не точно. Время. Ключевой момент – это время. Есть вариант вот с этой штукой. Так, здесь у нас само собой ничего не спавнится. Ну, в принципе. Ты твою мать, гром! Не греми так. Так. Страшно. Так, погоди. Ёлка. Ты чё пропадаешь? Ну, интересная механика. Очень-очень интересная. Так, давай все-таки второй ряд вот здесь вот организуем, потому что колья все-таки их как-то дамажат. И это хорошо. И это очень хорошо. Так. Вот это вот давай все убирай. Здесь, конечно, я не думаю, что прям такая большая необходимость вот в такой застройке жесткой имеется, но я лучше перестрахуюсь. Потому что как бы неизвестно. Реально, для меня сейчас неизвестно, что меня ждет. Вот. Вроде бы. Ну, как мне показалось. Орда стала даже чуть проще, но. Это могло показаться на первый взгляд. Так, у нас есть пистолет, кстати говоря. Давай вот это расплавь. Вот это расплавь. Включаем. Так. Сюда, сюда, сюда. Жратву. Скидываем. Так. Денюжки. Где оно? Я только что видел. Так, вот это вот скидываем. Вот это. Так. Патронная сталька. Так, это все перегонится сейчас. Так, давай. Так. Мясо сюда. Это сюда. Это сюда. Пистолет на всякий пожарный пусть будет вот здесь. Я думаю, ничего страшного. Если мы его оставим здесь. Так, это у нас что? Это
что не нужно. Так. Стальное копье. Так, 20. Ой, блин. Стрёмно, стрёмно, ребят. Давай, юзаем. Вот эту вот тему. Так. Кушаем. Так, это сейчас припрутся твари. Так, значит, вот это дело давай чиним. Делаем вот таким образом. Ну, я думаю, вы понимаете, что... чтобы вам было видно. Да и мне тоже. Мы все от этого в плюсе. Так, это сюда, это переплавить. Это давай сразу заскрапаем. Патроны, патроны, патроны. Так, это сюда. Так, что у нас есть, кстати говоря, по улучшениям? По улучшениям у нас есть вот эта штука, которую мы сейчас, наверное, поставим вот сюда. Ставим вот сюда. Так. Вот эта штука у нас есть. Вот эта штука. Давай. Модифицируем. Так, это сюда. Одень. Так. Давай. Вот так. Если полезут зеленки. Что у нас тут еще есть? А больше у нас толком-то ничего и нет. Рукоятки, ну это улучшать вот эту вот всю хрень. Так, тут. Давай это сюда. Ага. 21.43. 29. Что, ребята? Сейчас будет больно. Так, самое главное, нет этих летающих мразей. Так, становись вот здесь. 57. Да, вон они спавнятся начинают. Как я понимаю, зомбари спавнятся недалеко от игрока. Игрока. Так.
Еще с той стороны. Да, каждый раз волна все больше и больше. Это больно. Так, теперь с той стороны, что ли? Да, с той стороны. Так. Блин, вот то, о чем я уже говорил, эта кровавая война стала немножко страшнее. Блин, грызли. Чё ты бегаешь? Что я могу сказать? Поле они, считай, все с это снесли. И все. Походу все. Ну, какая-то компенсация, шкуры. Не сказал бы я, что прям так это страшно,
Но орда, вы сами видите, сейчас собаки побежали. Зомби спавнится теперь рядышком. Совсем-совсем рядышком. И убежать от них, грубо говоря, убежать куда-то от своей базы. То есть раньше как было, зомбари к базе бежали, ну, к текущему местоположению игрока. И, ну, достаточно было там помер. Заспавнился где-то там в жопе мира, и все. И ты спасен от орды, какая бы она ни была. То есть она к тебе уже не пойдет, она будет здесь вот шляться. А сейчас вы видели, вот когда вот где-то в районе деревьев заспавнилась орда, и все. И все. А, да. Не весело. И 24 патрона осталось. Так, мясо вот этого нафиг нам не надо. Вот это скинем сюда. Это скинем сюда. 44 патрона. Тем временем. Что тоже неплохо. В общем, мы видим с вами, что орда с каждым разом все как бы сильнее становится. И с этим надо реально что-то делать, надо как-то укрепляться. Значит, у меня по плану, наверное, сделать меха, чтобы можно было сюда это дело все поставить. Вот, собственно говоря, найти, возможно, литейку, рецепт. Ну, я буду надеяться, что все-таки в магазине книжном это дело будет. Значит, и наверное потихонечку собирать ресурсы, чтобы можно было нам скрафтить хотя бы часть вот тачки. Нам нужен вот этот вот рецепт. Вот этот мы сделаем. Forged Steel. Но опять же, сделаем это у нас. Можем мы. Не можем, потому что нужна литейка. В общем, задача у нас, значит, простая. Найти литейку. Литейку мы найти сможем. Ну, я, в принципе, знаю, но это знаю, где искать, но это далеко. Это вот куда-то сюда. Тащиться нужно будет. Само собой, туда мы не пойдем. Само собой, туда мы не пойдем. В общем, нужно будет что-то придумывать. А на этом мы данную серию закончим. С вами был Штопор. Кто не подписан, подписывайтесь. Лайки жду, комментируйте, и всем пока-пока.